В Алтайский край снова пришел снег, а вместе с ним и проблемы на дорогах. Сегодня утром улицы краевой столицы были буквально парализованы пробками. Алиса Быковских продолжит. Синоптики сообщают, сегодня в Барнауле мокрый снег, слабая метель, а на дорогах гололед. Несмотря на то, что это не первый снег в этом году, многие водители оказались не готовы. Одни еще не сменили резину, другие не привыкли к зимнему стилю вождения. Добавим к этому плохую видимость из-за снега и получим результат. Сотни опоздавших на работу и десятки ДТП. Сейчас выведено 66 единиц различной снегоуборочной техники. Это как пескобросы, комбинированные дорожные машины, так и трактора со щеткой, самосвалы, которые занимаются вывозкой снега. Поэтому сейчас на данный момент ситуация немного стабилизировалась. На трассах еще опаснее. В социальных сетях каждый час все новые фотографии. Буран на трассе Барнаул-Рубцовск, смертельная авария на Чуйском тракте. ГИБДД напоминает, пешеходы и водители в такую непогоду должны быть вдвойне внимательны. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок за город. Кроме того, госавтоинспекция советует водителям как можно скорее решить вопрос со сменой резины, так как в дни первых снегопадов наблюдается резкое увеличение ДТП. Пешеходам советуем переходить проезжую часть в строго установленных местах. Официальной статистики аварий пока нет. К вечеру синоптики вновь прогнозируют снег. Алиса Быковских, Анатолий Фукс, новости.